Надолго ли? Так, так, на тоненького. А, ну все, понятно. Можем прощаться с 84%. Да-да-да. Так, смотри, Тан Джунг что-то там. Тан Джунг Лангсад. Малайзия. Скорее всего, континентально. Я ближе к Сингапуру прожму, видимо. А, вот Танчжунг какой-то есть у меня. Это Седел, правда, это не тот Танчжунг. А, слушай, я был прав изначально. Эпох. Так, у тебя знак. Это не знак, это крыша. Ну... Да, как будто европейские. Ой, есть что-то. Апартманс. Апартманс. Очень интересно написано. Мы в Европе, но поэтому апартманс. А, есть знак какой-то интересный. Ближайшие города. Забляк и Титрса Верак. Как будто мы в этой, знаешь, где? В Словении. Добро дошли в Забляк. У меня есть теория, что это реально в Словении. А Добро дошли, не помню, где находится? Где? Не знаю. Да блин, ну естественно. А он. Да, вон же. Забляк. Нам сейчас покажут. Сильный... У тебя с Иркутск будет, смотри, классический Иркутск. Ой, я выехал на шоссе. Удачно. По-моему, номера не европейские. Люцерн. Это где-то в Швейцарии. Да, я. Вот он. Но, судя по всему, это вообще где-то тут, наверное. Потому что что-то я реки вообще не вижу. Кстати, здрасте. Это, как его... Есть теория, что это, знаешь, кто? Что там упали? Это не одной красной машины, нет? Фармачи ветеринары, слушай, или вообще Италия? ФК партизаны. Руга, это точно это. Это упали. Где партизан находится? Какой город? А в Албании? Делай Флори, короче. Классически. У меня в большом городе. Да, видишь, это вообще оказывается. Партизан, Сарандер. Это может не локальный клуб, может это просто клуб поддержки. Е-е, Эстония, поехали сразу. Я Таллин отправлю. Ты карту. Тут есть троллейбус. Я нашел трактир Хуторок. Оу. Фуэнте дель Норте. Вообще флаг США есть. Ой, слушай, это Гватемала. Или Доминика, кстати. Надо чекнуть. Не, это точно какое-то мало. Давай сразу откроем, чтобы чел не давать шанса.
чел тоже захеджен, как ты. Нет, там просто мост находится большой. Ну, фоточка же на мосту была. О! Клаусение MR3, MR23 и MR103. Значит, мы в этой, в Эсватине. MR3, вот. Какие еще, говоришь? MR103 и 23. Вот 103 и 23. 103 и 3. Вот 23 я не вижу. Я, короче, отправлю прям их пересечение. Ты, да, ты другой пишешь. Офигеть. Чёрт попал. Лакачбамба. А, это, как его? Таиланд. Я причем рискую сюда, а ты район все-таки вот. Короче, ок. Ну, конечно, кек, если это граница с... Мьян. Это все не Мьян, наоборот, с Лаос. Чё, пойдем? А, не, я молодец все-таки. Минус хорошо. Видишь, они рисковали в другую сторону. Так, опять. Ой, у меня флаг какой-то непонятный. Ярко-красный. А, Малайзия. Это Малайзия. Селамат Ялан. Давай. Да, но, блин, мы не знаем, какая именно это Малайзия. Это может быть и островная, но что поделать? Будем... А, ты так решил? Да, ну ладно, окей. Мы уедем сейчас, если мы не угадали. Ну... Да, мы сейчас уедем. А, нет, не уехали. А, чё вы начали херачиться? Надо им сейчас отомстить. Да. Так, мы как будто в Австралии. Давай, я сейчас на помойке подпишем верты, и мы такие, а? Манукау. Манукау Сити. Слушай, а не... Окленд, Окленд, Окленд. Смотри, я сразу Окленд. Обычный? А мы еще 10 секунд ищем Манукау. Может, мы увидим где-нибудь. Я нашел Макарау. Вот, Манукау есть. Look at the house. Ну, блин. Конечно, Манукау, но немного не то. Но не то. Так, очень похоже на Францию. Очень не похоже на Францию. Будет обидно, конечно, на Франции проиграть. Ажур. На помойке написано. Дежа, да, это точно Франция. Перекот меня ресторан Браганса. Португальский ресторан. Капец, мы сейчас поедем, конечно. Я, короче, Париж прожму, а ты хеджируй юг. Типа Лион какой-нибудь, что-нибудь такое. Мы сейчас, нам вообще нельзя проигрывать, так что мы сейчас поиграем. Но я захеджил лучше. Сдаемся, живем. Мы не сдаемся. Давай это, Иркутск. Прикинь, они оба в Париж поехали, и я переиграл обоих. Так, в уме где-то... Но это... Да. Европейские номера. Найти. Пиклео. Написано. Динстфарц. Чё? Да, это точно Румыния. Это 100% Румыния. И Брустури. Это, кстати, две деревни, которые объединились в одну. Да, очень Брустурс. Я проехал их границы. Короче, наш классический вот этот луч торгу будешь. Так. Ладно. 5.5 x damage.
Life is... Ну все, до свидания. А что, это Австрия, кстати? Да не, они Вена, сейчас точно Вена, найдут Вена, место. Вена, Вена. А, да, ну мы сейчас проиграем на Вене, конечно. Я, короче, Вену вот сюда отправляю. Ты более центральная. Да, на центр вообще не похоже, но, блин, у нас нет проверка, вариант. Пипец, конечно, проиграть на Вене, это здрасте. А, ну да. Так, че, увидишь, что там трамвай, ой, там железная дорога. Хилинг сошел. Че, мы... Да. Че? Лол. Польша. Ну это капец, конечно. Надо же заскать название города срочно. 6.5x. Сейчас будет название города, информирую. Бродно по Подгрудье. Где Бродно находится? Блин, у меня написано, у меня здоровенный знак написано ремонт. Я, короче, отправил в Варшаву. А ты можешь Катовице отправить, наверное. Или Краков. Где, блин, Бродно может быть вообще, я не знаю. Бродно или... Бродно, не Г, Бродно. Да, блин. Это реально Варшава была, ты прикинь, во, Бродно это вроде Варшавы. Ага. Капец, до 14 раунда дожить. Проиграть чем. Но у них чем. О, слушай. У чела рейтинг 1742. Знаешь, что это значит? Ага. То мы играли почти на равных с очень жесткими челами. Больше скажу. Этот чел четвертый в мире сейчас. Лол. Так я как минимум на минуту отошел, а скорее всего до конца дня отошел. Я тоже пошел спать уже. Ну ты прикинь, mm-hmm. чел, блин, на четвертом месте в мире. Ну ладно, нормально.